С 2009 года единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе. В гимназии номер 3 прошел пробный экзамен по русскому языку, проведение которого необходимо для проверки уровня знаний и подготовленности учащихся. Подобные мероприятия Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Республики Дагестан проводит во всех школах города, отметил директор гимназии Ризван Гулоев. Это сочинение оценивается в форме зачет-не зачет. По бальной системе она не идет, то вот сегодня не сдаст. Есть такая возможность по положению. Первый четверг февраля, первый четверг, четверг мая месяца тоже. Те учащиеся, которые сегодня, если не смогут сдать сочинение, у них, то есть еще две возможности на пересдачу. Выявленные результаты помогут понять, каков уровень подготовки выпускников, на что стоит обратить внимание и в чем произошло упущение в ходе образовательного процесса. Пробный экзамен является ключом решения многих возникающих вопросов этапа готовности. Несмотря на то, что экзамен проходит в пробном режиме, все должно пройти на соответствующем уровне, чтобы дети смогли ощутить всю ответственность и важность предстоящей аттестации, говорит директор школы. После того, как мы проанализируем, кто как все ученики сдали сочинение, конечно, мы уже до конца учебного года будем по возможности стараться проводить работу в 11 классе по подготовке к единому государственному экзамену. Динамика качества выпускных классов 11-9, она с каждым годом повышается и улучшается. Для всех выпускников этот учебный год является сложным, но значимым. Сертификат о сдаче единого государственного экзамена и получение аттестата о полном среднем образовании станет счастливым билетом в будущее, который станет ступенью к успешному поступлению и получению высшего образования. Зарема Хайбулаева, Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».